Время летит, и наше лето приближается к нам. Время летит, и наше лето приближается к нам. И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. Слышно все, слышишь? Все слышно, все. А именно летний лагерь «Танец ЛВ». Следующий, отлично. Все. Андрей. Леон, давай. Давай, иди. Сейчас, стопой. Замбар пробегает. Есть ему мать, да? Сдвинься еще. Давай. Время летит, и наше время... Лето... Я несу. Время летит, и наше лето приближается к нам. И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. А именно летний лагерь «Танец ЛВ». Не могу сейчас сказать. Давай. Время летит, и наше лето приближается к нам. Пацаны, ну потише, ну тянитесь просто. Сегодня мы все должны сесть на шпагат. Давай. Время летит, и наше лето приближается к нам. Только в камеру смотри. Сейчас. Иди отсюда. Время летит, и наше лето приближается к нам. Я там хранить кого собрался? Нет, это так... Так, не надо шутить, ребята, так шутить не надо. Время летит. У нас должно все быть хорошо. Давай. Время летит. Время летит, и наше лето приближается к нам. И чтобы ты не делал более динамичнее. Время летит, и наше лето приближается к нам. Йо-йо-йо-йо-йо, еще раз, попроще лучше как-то. Время летит, и наше лето приближается к нам. Время летит, и наше лето приближается к нам. Хорошо. Время летит, и наше лето приближается к нам. А именно, летний лагерь «Танец ЛВ». ЛВ, помнишь? ЛВ, как он? Чудо, что-то зажал. Ладно, хорошо, все, закончили. Кто еще пробовал? А именно, летний лагерь «Танец ЛВ». Сейчас упозорюсь. «Танец ЛВ» — это круто. Йоу, круто, круто, круто. Йоу-йоу-йоу. Круто, круто, круто. Йоу-йоу-йоу. Круто, круто, круто. Йоу-йоу-йоу. Ган-ган, брейкер скрю. It's a b-boy, я кричу. Ты чё, идиот, а? Ревела. Да что, кричу тебя. Меня засняли? Идите отсюда! Ган-ган, брейкер скрю. It's a b-boy, я кричу. Ты открой глаза пошире, ты открой глаза пошире. Ган, ган, брейкер скрю, it's a b-boy, я кричу. Иди отсюда, ты открой глаза пошире. Ган, ган, брейкер скрю, it's a b-boy, я кричу. Ты открой глаза пошире. Давай, давай. Андрей, где? Давай. Давайте вместе. А давайте вдвоем, кстати. Давай. Стоп, на счет три. Время летит, и наше лето приближается к нам. Я на пати. По очереди. Да? Только микрофон поставь. Я первый. А может с ним попробовать? Ты дай ему сказать сперва первую строчку, а вторую сам скажи. Да. Дай ему сказать. Да. Нет, просто. Время летит, и наше лето приближается к нам. И уже всем понятно, что летом нас ждет летний лагерь. И именно лагерь «Танец ЛВ». Еще раз все сначала. Нормально. Для первого дубля хорошо. Еще давай. Давай, живчара. Так вот, давай. Сейчас еще немножко играем. Доброта, команда. Время летит, и лето приближается к нам. И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. А именно летний лагерь «Танец ЛВ». Еще раз. Сейчас. Время летит, и наше лето... А именно летний лагерь «Танец ЛВ». Звуковая дорожка хорошая была? А картинка, Андрейка слишком переигрывает. То есть, а звуковая... Только не пались так, бумажку. Да, ты, видно, что ты как бы играешь, но не получается у тебя. Ладно, все. Более естественно. Я просто, да. Время летит, и наше лето приближается к нам. И уж понятно, что лето нас ждет летний лагерь. А именно летний лагерь. «Танец ЛВ». Время летит, и наше лето приближается. Еще раз. Время летит, и наше лето приближается к нам.
И уж понятно, что летний лагерь «Танец Аллы». И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. Блин. Давай. И уж понятно, что летний лагерь, летом нас ждет летний лагерь. И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. Летний лагерь «Танец Аллы». А именно летний лагерь «Танец Аллы». А именно летний лагерь «Танец Аллы». А теперь попробуйте все вот по очереди. Пам, один скажет. Время летит, и наше лето приближается к нам. И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. А именно летний лагерь «Танец Аллы». Ты говоришь, время летит, и наше лето приближается к нам. Мы можем переписывать одну фразу по несколько раз. Я режу потом весь ролик, это ничего страшного. Да. То есть я заткнулся, спокойно начал дальше. Да. Это проблемы нет вообще. Сядь как-то поудобнее, повольготнее как-то. Как? Покруче, типа. И только в камеру. Нет, не говори. Время летит, и лето приближается к нам. Чуть подальше микрофон, слишком близко. Время летит, и наше лето приближается к нам. Время летит, и наше лето приближается к нам. Нет, смотри только в камеру. Лето летит, и на... И... Черт. Не нервничай. Нет, нормально, нормально, нормально. Время летит, и наше лето приближается к нам. Может быть, кто-то нажал на нам. Время летит, и наше лето приближается к нам. Сейчас ты говоришь. И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. Ну, конечно, понятно, что летом нас ждет. Не бойся, чуть ближе микрофон к ней. Можно еще раз? Да, можно. Как? И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. И уж понятно, что летом ждет нас. И уж понятно, что летом ждет наш летний лагерь. И уж понятно, что летом ждет нас летний лагерь. И уж понятно, что летом нас. Смотри камеру. И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. А скажите вдвоем. И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. Поставь. Так вот сейчас оно. Говорите громче сейчас, да? Ну скажите тогда раз, два, три, чтобы оно было. Вы не должны смотреть на микрофон, вы должны смотреть в камеру. А именно летний лагерь «Танец ЛВ». И уж понятно, что летом нас ждет летний лагерь. Этим летом отдыхаем в Саукрастах, рядом с пля... Этим летом отдыхаем в Саукрастах, рядом с... Рядом с... Этим летом отдыхаем в Саукрастах, рядом с лагерем пляж. Да ладно. Дальше не готов. Готов ближе, сети, а ближе, лагерь. Микрофон ближе. Направь его на себя. Вот так. Готов сани с лета, а в летний лагерь уже сейчас. Готов сани с лета, а в летний лагерь уже сейчас. Готов сани с лета, готовь сани с лета, а летний... Блин. Это не рэп тебе. Нормально. Вы просто выси говорите. Не надо руками под рэп. Все равно эти дубли не войдут, где вы говорите. Вы сами себе мешаете. Да не мешайте. Готовь сани с лета. Готовь сани с лета, а летний лагерь уже сейчас. Нету. Хотя нет, есть, по-моему, какая-то. Давай кто-нибудь другой сейчас пока что. Я. Нет, давай поскорее. Ну, Никита, ты уже был один раз. Да. Готовь сани с лета. Нет. Сейчас. Готовь сани с лета, а в летний лагерь уже сейчас. Готовь. Мы все уже сейчас. Ближе. Не, ближе подойди. А микрофон нормально лежал. Да. Давай еще разок, это самое, так. Хорошо. Подвинься. Раз, два. Поехали. Готовь сани с лета, а в летний лагерь уже готовь сейчас. Готовь сани с лета, а в летний лагерь готовься уже сейчас. Готовь. Так, еще раз.
Рядом с лагерем пляж. Мы тебя ждем. Дырка пустая. Сейчас он скажет, и мы похлопаем. Этим летом мы отдыхаем в Салкросах, а рядом с лагерем пляж. Этим летом мы отдыхаем в Салкросах, а рядом с лагерем пляж. Со второй строчки или с первой? С первой. Только похлопать. Уже начинать? Тихо, ну тихо. Тихо. Всем. Готовь, Саня, с лета, а в летний лагерь уже сейчас. Готовь, Саня, с лета, а в летний лагерь готовься уже сейчас. Вот это профессионализм. Давай-ка. Сейчас. Начинать? Давай, давай. Только направь себя. Вот так. Да. Готовь, Саня, с лета, а в летний лагерь готовься уже сейчас. Не можешь сидеть, да? Да. А если 8 часов съемка, клипа? О, я хочу так. Давай. Готовь, Саня, с лета, а в летний лагерь готовься уже сейчас. Глаза отвела в сторону. Ла-ла-ла. Смотри, давайте. Че вы ржете, как лошади? С ним потом все спросишь. Че ты ржешь? Этим летом мы отдыхаем в Салкростах рядом с лагерем пляж. Готов, Саня, с лета, а в летний лагерь готовься уже сейчас. Готов, Саня, готов, Саня, сейчас, а в летний лагерь готовься уже сейчас. Рядом с лагерем и пляж. Стоп! Ничего не нажимай! Стоп! Ничего не нажимай! Это не компьютер! Тихо! Готовь, Саня, с лета, а в летний лагерь готовься уже сейчас. Готовь, Саня, с лета, а в летний лагерь готовься уже сейчас. Такой голос. Не говорите после того, как он сказал. Молчите. Еще раз. Готовь, Саня, с лета, а в летний лагерь готовься уже сейчас. То же самое, только смотри в камеру и подальше микрофон убери немножко. Чуть-чуть подальше. Вот так. Да. Готовь, Саня, с лета, а в летний лагерь готовься уже сейчас. Следующий раз. Этим летом мы отдыхаем в Салкросах. Этим летом мы... Этим летом мы отдыхаем в Салкросы возле лагеря пляж. Давай, начинай говорить. Побольше качаем пресс, девчонки должны заценить. Ну, как тут, блин, больно? Побольше качаем пресс, девчонки должны заценить. Ну, попробуй, не добегайте. Ну, тихо всем. Побольше качаем пресс, девчонки должны заценить. Не смешно, давай еще более игривее. Ну, быстрее, во-первых... Побольше качаем пресс, девчонки должны заценить. Нет, дело, как будто ты так устаешь. Как... А ему надо сделать 50 раз, потом в конце говорить. Собачки. Ой. Микола псалка. Как это такое? И при том ровно посередине. Ну ты достал. Готов. Ну хватит, Лиза, что вы какаете? Готовь, Саня, с лета, а в летний лагерь... Ой, блин, давайте еще раз. Готов, Саня, с лета, а в летний лагерь готовься уже сейчас. Давай без листочков, пожалуйста. Легко. Помимо Марии. Давай, идем. Давай, пожалуйста. Да, такой плакат. Помимо моря и пляжа нас ждут. Ну вы идиоты. Так вот, помимо моря... Так вот... Программа «Максимум», помимо... Давай. Сейчас. Помимо снимок... Ох, ты тут снимок, блин. Ты снимок. Так? Да, нормально. Вот так, супер. Да. Помимо снимок... Блин, съемки уже. Помимо пляжа и... моря? Помимо моря и пляжа? Всё, наш... раз, два, три, поехали. Помимо моря и пляжа нас ждут. Пляжа? Пляжа, ё-моё.
пляс, это пляс. Пляс, это мы колозы, не колозы. Еще три раза пляс, 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 и все. Помимо моря и пляжа нас ждут. Помимо моря... Блин. Мой. Помимо моря и пляжа нас ждут. Что-то семь пляжа. Сейчас сложно, чуть помедленнее говорить. А ты помедленнее говори просто. Да. Не сами... Подожди. Ничего страшного. Независимо от того, умеешь ли ты танцевать, спеши мне. А что ты руку поднимаешь в кадре? Зачем ты меня спешишь? Найти слово, блин. Только начал тренироваться? Только начал тренироваться или еще планируешь? Вот. Подальше микрофон, отлично. Да. Давай еще раз. Да. Независимо. Запутался. Только начал тренироваться или еще планируешь? Планируешь. Независим. Я хотел бы... Независимо от того, что умеешь ли ты танцевать, двери на... Ну, только... Ну, хорошо. Смотри, как это было. А это не сдвинется сцена? Ну давай пробуем. Мы помним, да, по-моему? У кого бумажка? Бумажка упала вниз. А? Да. Туда упала. Да. Теперь придется то, что мы помним, то говорить. Да. Все, успокоились? Независимо от того, умеешь ли ты танцевать или еще планируешь, двери нашего лагеря открыты для тебя. Хорошо. Кто еще будет пробовать? Пробуем? Независимо от того, что... Что ты? Независимо от того, ты слишком паришься. Ой, нет. Расслабься и просто скажи. Независимо от того, умеешь ли ты танцевать? Независимо от того, ты умеешь... Серый. Ты просто слишком сильно нервничаешь. Надо на расслабоне. Независимо от того, что ты умеешь. Умеешь ли ты танцевать? Независимо от того. Не надо его ближе еще, кстати, танцевать. Успокойся, серый, давай. Ты еще планируешь? Не парься. Скажи все, медленно скажи. Давай, поехали. Тихо всем. Три, два, один. Независимо от того, умеешь ли ты танцевать? Независимо от того. Умеешь ли ты танцевать? Независимо от того, умеешь ли ты танцевать, только начал или еще планируешь, двери нашего лагеря открыты для тебя. Нашего лагеря. Независимо от того, умеешь ли ты танцевать, только начал или еще планируешь, двери нашего лагеря открыты для тебя. Нормально. Более уверенный сейчас. Типа микрофону не бей. Поехали? Я не бью по нему. Тихо всем, работаем. Двери нашего лагеря... Ты чего так взял? Двери наши. Независимо от того, умеешь ли ты танцевать, только начал или еще планируешь, двери нашего лагеря открыты для тебя. Независимо от того, умеешь ли ты танцевать или еще планируешь, двери нашего лагеря открыты для тебя. Независимо от того, умеешь ли ты танцевать. Независимо от того, умеешь ли ты танцевать. Отлично, давай, чуть подальше. Независимо от того, что ты умеешь ли ты танцевать, или еще планируешь, двери нашего лагеря открыты для тебя. Король! Ну вот если бы вы выучили текст, да, мы тренировались бы. За 10 минут все записали бы слизом, все бы все умели бы, и все зачем. Независимо от того, умеешь ли ты танцевать, и только начинаешь ли еще планируешь, двери нашего лагеря всегда открыты для тебя. Заново. Ой, камеру смотри. Сиди-ка. Независимо от того, умеешь ли ты танцевать, или только начал, или еще планируешь, двери нашего лагеря всегда открыты для тебя. Так, ну что, нормально. Ноги поставь на эту, на ступеньку. О, красота, лепота. Чуть-чуть сдвинься.
Давайте, хороший кадр сейчас будет, да, надеюсь? Мотор третий! Подробная информация на нашем сайте Танец ЛВ! А вам не надо, и так вас много? Просто спокойно сказать, да? Подробная информация на нашем сайте. Подробная информация на нашем сайте. Независимо от того, умеешь ли ты танцевать, только начал тренироваться или еще планируешь,